центр Антонов Сергей, лауреат 6-го международного открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах имени Андреева, лауреат 10-го международного конкурса имени Калинина, детского конкурса исполнителей на народных инструментах «Метелица», ученик детской музыкальной школы номер 1 города Южно-Сахалинска, преподаватель, заслуженный педагог Сахалинской области Татьяна Подколзина, концертмейстер Марина Грачева. Минцев. Парафраз на тему казачьей песни «Распрягайте, хлопцы, кони».